командиру части приходит жена офицера с просьбой. С просьбой. Повлияйте на моего его мужа. Он меня извиняет. Ну, что таки сразу извиняете? У вас что, доказательства имеются? Вот, имеются. Да. Вот. Нашла у него в кармане женские трусы. Да. В этот момент раздается сигнал общей тревоги. Командир пихает трусы к себе в карман и говорит: ладно, после разберемся. После окончания тревоги, поздно вечером командир возвращается уставший домой. Сели ужинать. Жена его спрашивает: а вам жалование сегодня давали? Давали жалование? Ага. Пойди, возьми в кармане. Жена возвращается, держа в руках труселя. Ну, ты шутник. У меня... Петя, да. Ты у меня шутник, Петя. Я третий день эти труселя ищу, а ты их в кармане носишь.